Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт». На стихи замечательной поэтессы Ирины Самариной «Лабиринт». Композиция называется «У каждого в сердце есть место для Бога». Музыка исполнения Самуила Фомовича из цикла «Ожившая поэзия». У каждого в сердце есть место для Бога, но кто-то его прогонял от порога, а кто-то пускал и молился ночами за то, чтоб не шли друг на друга с мечами, а кто-то впускал и молился ночами за то, чтоб не шли друг на друга с мечами. Что от сердца исходят безропотный отклик, на небе находят, ведь Бог проявляет всегда сострадание и слабой душе и не пошлет испытания, ведь Бог проявляет всегда сострадание и славы душе не пошлет испытания. Мне верится, что с воскресением Христовым воскреснет добро и настигнет любого, кто хочет прожить эту жизнь не напрасно. Дарите добро каждый день ежечасно, кто хочет прожить эту жизнь напрасно. Дарите добро каждый день ежечасно. И если встречаются злобные лица, попробуйте просто за них помолиться. Возможно, покинет их душу тревога. У каждого в сердце есть место для Бога. Возможно, покинет их душу тревога. У каждого в сердце есть место для Бога. В себе не растите гордыню, презрение. Храните надежду, имейте терпение. Добро помогает, а зло покусает,
любите друг друга. Христос воскресает, добро помогает, а злоба кусает. Любите друг друга. Христос, Христос воскресает. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт». У каждого в сердце есть место для Бога. Стихи Ирины Савариной «Лабиринт». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Жившая поэзия».